Всем привет, с вами я, Матвей, и вы на канале Play the Food. Сегодня мы играем в Мистера Мита на сложности легко с дополнительными замками, заметьте. Мы постараемся пройти. Все, начинаем. Это легко, просто на один замок и больше, потому что я посмотрел, их станет 4, хотя было 3. Ну, это для меня не составит труда. Это все равно, что пройти на нормале. Видео скоро по нормалу и выйдет. Вот мы заходим. Я уже пытался игру на харде пройти. Еще. Я уже говорил то, что пытался пройти, но я еще решил, потому что тогда не прошел. Прошу, и там просто нереальный мистер Мит скоростной. А это сложность легко. Да. Давай иди отсюда, гад. Мы идем сюда, идем наверх за молотком, зачем там еще. И будем действовать. О, молоток. Ой. Игра сегодня за нас. Идеально. Лучше не бывает. Ну, в этих ящиках, понятное дело, никогда ничего не будет. И страницу сюда залез еще. А, вон кусачки там, я вижу. Засовываем дверь, вырубаем. Где? О, зеленый ключик, хорошо. О! Мистер Мит, придется сюда. Мой бог. Так, мистер Мит, а вот здесь. Ничего? О, ключ от машины, лол. Вот музыка играет то, что он знает, где я, типа, и ищет меня. Но на самом деле он не знает нифига подобного. Давайте вот сюда бросим, чтобы потом можно было вырубить камеры. Сами пойдем в обход за ключом от машины. Смотрите, сейчас мы возьмем синий ключ. Ну, не возьмем, а просто откроем деревянный бур. Ой, мистер Мит там, да? Вот перец-то какой. Странный ты перец, мистер. О, код. Коды. Нормально. Это прохождение прохождений просто у нас будет. А почему? Да потому что я сегодня мистера Мита не боюсь вообще толком. Давайте бросим ключик. Ой, это было близко, ребят. Я знал, что он там появится. По-моему, у меня проблемы. Все. Сейчас я увижу, если он поднимется. Или... Так, так. Ну-ка, си. Поднимается, все. Ну-ка. Поднялся. Все. Я сбился. Ведем. Доской я там не нажимал, я не знаю просто. Ладно, открываем замок. Нам нужно клещики найти. Поищем обязательно. В обязательном порядке. Пока берем кусачки. Сейчас мистер Мит сюда припрется. А мы упремся. Он по-любому должен сейчас зайти. Если я не ошибаюсь. Или не должен. Кто его знает. Но. Так. Мистер Мит. Вы собираетесь идти? Он сейчас прилетит. Да.
Пари на меня. Мы сейчас пойдем под камеру палиться. Это плохо. Это очень плохо. Берем кусачки. Кстати, когда они у нас в руках. Камера нас пальнула. Берем. Ломаем. Потерял? Идиот, что ли? Вот он я. Только сейчас увидела, да неужели? Давайте бросим, нам не нужно. Все, аккуратно обходим. Вы меня знаете, да, аккуратно. Блин, я хотел молоток взять, он тупой не берется. Мистер Мит, где же ты? Идиотик. Камера нас посекла еще. Ну ладно. Блин, ты, конечно, меня задрал уже. Пугать-то. Ну, конечно, я не испугался. Я знал, что он прибежит на шум, на камеру, на все это. Это ж понятное дело. Это ж мистер Мит. Почему я тут не потячу? Да потому что так быстрее будет. К тому же я знаю, что делаю. Все, камера не палит, мясник орёт. Кстати говоря, пошел я в шкаф. Сейчас мы подумаем, что нам надо сделать. 6 минут уже, да? Что-то как-то не заметил, что прошло. Давайте, значит, сейчас поищем клещи. Клещи, походу, в комнате с кандалами. Значит, туда надо пробраться сейчас. Мясник пошел. Раз, два, три. Я рискую, вон туфли. Посеял. Хизеву. Блин, ты меня испугал, конечно. Сейчас он меня реально испугал. Все, смотрите, как мы быстро все делаем. Везет. Убираемся на крышу, пока он не видит, что я там мучу на его сарае. Только музыка заиграла. Ой, все, это бесполезно. Я комната. Это значит, время смерти мне настало, да? Нормалек. Но мистер Мит, ты в доме, да? Он в доме, по-любому. Блин, ты задрал, конечно, уже. Своей рожей. Он реально уже бесит со своим языком, который меня там пугает. Все, нам больше не надо. Прятаться не буду, понятное дело, потому что как только кинул, он меня сразу заметил, а до этого не заметил. Давай, давай, нагнетающая музыка, я тебя не боюсь. Даже если ты меня убьешь, я тебя не испугаюсь. Он еще дверь закрывает. И это за один день. Давайте сюда. Ты слышал это? Да. Испугался сейчас, я вздрогну. Конечно, на телефоне это не чувствуется. Ну, трясение там. Ой. То в реальной жизни это очень сильно чувствуется. Камера нас не палит. А замки палят, ребята, замки палят. Только нелегко удается пройти без оружия. У нас
несмотря на то, что камера нас не палит, все равно палево рано или поздно произойдет. Ну, смотрите, я знаю, как этого избежать. Если мистер Мит сейчас в доме, это очень даже хорошо. Пошумели. И вот смотрите, он сейчас летит к нам. Да? Ну, сейчас полетит, как по крайней мере. Потому что нам только один ключ надо взять красный. Давай, покажи мне язык свой. Я его поищу, если, может быть, я его потеряла там где-то. Давай, нагнетающую музыку мне сделай свою плохую. Вот он, красный ключ. Сейчас он откроет дверь, кстати. Ну, я тебя жду. Буа! Ну-ка. Все, сели. Давай, иди. А мы идем сюда. Бесит уже этот мистер Мит меня. Красный ключ. Идем. Красным ключом мы открываем там дверку, ну, замочек, и открываем дверку. Все. Раз, два и три. Все, мы прошли. И это легко режим с экстра замками. Да, легко с экстра замками. Ну, все, мы прошли с экстра замками очень так-то и быстро. Но еще будут видео по нормальному режиму. Потом будут нормальный режим с экстра замками. Ну и... это все тоже будет по видео. Ну да. И с вами был я, Матвей. Вы были на канале Play the Food. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. И пока-пока.